Абсолютно всерьез, ситуация help, ситуация сос. Я себя не пойму, ты откуда взялась? Почему, почему она тебя повелась? Выключается свет, я куда-то лечу. Без тебя меня нет, ничего не хочу. Это медленный яд, это сводит с ума. Они говорят, виновата сама. Они говорят, виновата сама. Я зашла с ума, я зашла с ума. Не нужна она, мне нужна она. Я нужна она, я зашла с ума. Они говорят, говорят, это бред. Это солнечный яд, золотые лучи. Они говорят, надо срочно лечить. Я хотела забыть ту упоры и вниз. Я считала столбы и растерянных птиц. Без тебя меня нет, отпусти, отпусти. Думала по стене, мама, папа, прости. Я зашла с ума, я зашла с ума. Не нужна она, мне нужна она. Я зашла с ума, я зашла с ума. После пяти, мама, папа, прости, я сошла с ума. Thank you.
Настроение. Um was im Zit? Не слышу. Но аут. Супер, но мы тоже рады, что мы здесь на таком большом фестивале, что вас так много, что вы такие дружные. Wow, ce super! Și noi suntem foarte bucuroase că ne aflăm aici la acest minunat festival și pe această scenă. Ну что, я думаю, что сегодня все будет окей, если вы будете с нами. Но мы-то по-любому с вами. Я sper că o să fie окей, totuși în seara aceasta, dacă voi o să fiți cu noi. Noi suntem cu voi, cu toți. Ну что, а теперь мы продолжим дальше нашу песню, которая называется «Клоуны». Да, și acum pentru voi un cântec care se numește «Клоуни». Попроси меня, попроси меня, попроси. Привычные гаснут и кончаются, только безразличные фонари качаются. Люди посторонние, лишние не новые и потусторонние. Заводные клоуны, заводные клоуны, синие и красные. Заводные клоуны и слова напрасные. Лучше попроси меня и проснемся новыми, и проснемся сильными. Только попроси меня. Попроси. Попроси
Merci, Mul. Я вот знаешь, что не могу понять? Вот я тебя прошу, 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 прошу. О чем я тебя прошу? Чего я тебя прошу? Știi ce nu pot să înțeleg? Tot te rog, te rog, te rog. Dar ce te rog? Зачем ты мне нужна, чтобы мне у тебя просить? Себе так будешь показывать. Ха-ха. Ție să-ți arăți. Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce tot te rog. Ну, может быть, лучше тогда спросить, зачем? Спроси. Atunci mai bine întreabă-mă de ce? Скажи, зачем я жду звонка? Зачем немые облака плывут ко мне издалека и тают? Зачем любовь коснулась нас? Зачем я плачу в первый раз? Зачем хочу тебя сейчас? Не знаю. Мы переоденемся. Credeți că trebuie să ne așteptați un pic? Vrem să ne schimbăm.
прямо мне по голове своими тапками. Ту че фач? Весько маловидку по покутал. Ну что, все ли вы знаете фильм, который называется «Покажи мне любовь», то есть «Факи Нёмал»? Знаете, не знаю, если вы видели фильм, который называется «Арадам Драгост». Не слышу. Ну, аут. Ласт везут? Дело в том, что это фильм про двух девушек, которые безумно друг друга любили, но которые очень боялись открыть это чувство для вас, вообще для всех людей, которые существуют. Есть он фильм despre două tipe, două domnișoare care se iubeau și cărora le era frică de dragostea lor. После просмотра этого фильма мы решили, что свои чувства мы скрывать ни от кого не будем. И мы написали песню, вернее, нам написали песню, которая называется «Покажи мне любовь». După ce am văzut acest film, ne-am gândit că nu mai are niciun rost să ascundem sentimentele noastre. Давайте теперь друг другу покажем любовь, и вы вместе с нами. Și vreau să vă arăt dragostea pe care nu ascundem nici noi și nici nu vrem să ascundeți voi toți. Алло. Алло. Видишь ветер? Ну и что? Посмотри в окно. Ну и что? А вчера было солнце. Ну и что? Зачем ты все время говоришь одно и то же? А я автоответчик. Взять и успокоиться. Золото, молчание, радио, бессонница, станция, прощание. Кто кому достанется, выпадет монетками. Кто кому останется, нервами, таблетками. За ночными окнами закричит, сломается. Это не считается, это не считается. Верная, неверная, тихая, печальная. Я твоя не первая, ты моя случайная. Покажи, 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 покажи мне любовь. Покажи, 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 почему, почему я с тобой. Покажи, 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 покажи мне любовь. Покажи, 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 почему, почему я с покажи, 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 покажи мне любовь. Покажи, 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 покажи мне любовь. Покажи, 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 покаж
Спасибо! Спасибо! Мавульцумим! Вот теперь я только сегодня, Лена, поняла, как ты можешь показывать мне любовь. Лен, ну акуа, мам дат сама, хату пот сама рэд с драгостата. Ну я думаю, что же не прямо вот неплохо, здесь. Я тебе скажу, неплохо. Сочти, сочти, кану я рау. Я думаю, что после такой напряженной песни ты, наверное, ну, еще, устала такие все-таки. Вздохи, конечно. Ты устала, да. Надо, я думаю, спеть песню, которая будет длиться целых полчаса. А фолсто мелодия фуарте, фуарте гра. Нам обосит. Ши акум ва кантам о мелодия, каре ва дора жуматате де ора. Я даже не хочу о ней вспоминать об этом клипе, как ты там с мальчиками целуешься у нас. Ну, врау са маду каминта де ун тип, ко каре те саруца коле. Мне прям даже противно с тобой стоять сразу рядом. Тоже мне девушка нашлась. Нично врал составлен готина. Ну ничего, не... ладно, я надеюсь, что вы поняли, сердце что... Сердце не прикажешь. А Юльке ты откажешь. Я думаю, что все поняли, что это шутка, потому что песня полчаса не длится. Она просто называется у нас «Полчаса». Кратко, тогда лумя ща дать сама, как фосто глюма, но до раза ничего мелодия «Жуматата де ора», пур ши симплю аща се номеща «Жуматата де ора». Поехали! Или дверь на замок и молчать, и лежать, изучать потолок и мечтать, не как все, целовать небеса, потолок, карусель, полчаса, полчаса. Полчаса поезда под откос, полчаса не твоя полоса. Полчаса, полчаса не вопрос, не ответ. Полчаса, полчаса, полчаса без тебя. Полчаса, полчаса он и я. Полчаса, каждый сам полчаса по своим адресам. Полчаса. Полчаса без тебя, полчаса, полчаса, он и я, полчаса, каждый сам, полчаса, по своим адресам, полчаса, 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 полчаса. Спасибо! Ну что, скажите мне, а все ли ездите на машине?
Юля, Юля, не спи. Все ли вы ездите на машине? А ведь мерзливой тоцку машина. Да кашица мерзец. Тишина полная в зале. А одну малинище. Нам уже ничего не респонс. Спасибо. С какой скоростью? Ши, да справитеза, че будет сам спунец. У, это значит, я думаю, что с большой. А со скоростью 200 вы ездите? Учен сам на. Овете за маре, дар у досуте, мерджец. Окей, я думаю, что тогда погнали вместе с нами со скоростью 200 и при этом по встречной. Вау, а тунч, хайдец ку ной, ку досуте ла ора. Нас не догонят.
Так, ну тут у нас... Что у нас происходит? Здесь у вас нас не догонит любимая песня? А ты там у тебя плачешь, а ста мелодия? Ну, ну, бранца легче сантембля. Да, мы уже поняли. Да, да. Парка мне майклар. Так, ну что? Мы дальше будем продолжать? Леночек, пока поговори с людьми, сейчас я подойду. Чезич, континуем. Так, ом пик, амо траво. Что? Чезич. Намо озит, ма репета. А на русском слабо? Ха, хирусеште. Так, что у нас здесь происходит? Сколько у вас сегодня здесь много? Вау, доамне, чамуль сунтет. Я так понимаю, что это у вас какой-то огромный-преогромный фестиваль. Înțeleg că ați venit pentru un festival. Да? Sau? Așa e? Так, ну понятно. Сейчас мы ждем одну минуту и дальше продолжаем. Vom aștepta un minut și vom continua. Туда-сюда, вихрь. Бавина во влака, Доамне. Ураган. Нет, ну вы посмотрите на нее. Explicați-ne-va ce se întâmplă. Еще. Хайдец. Вот и пришла я, извините, пожалуйста. Вылезла на жунщил. Оказывается, как мы умеем. Ха, паркаку моя майбина. Вот так бы после каждой песни. Арфи майбина с ваузим аплаузы дуба фейкара мелодии. Мы вас тоже очень любим. Щиной вы любим. Вы любим форте мульт. Окей, сейчас давайте мы сделаем так. У нас есть песня, которая называется «Мальчик гей». Да. Și acum haideți să facem așa. Avem o melodie care se numește «Băiatul». Только дело в том, что в каждом городе мы проводим конкурс. Dar treaba este următoare. În fiecare oraș facem un concurs. Но я думаю, что здесь огромный большой фестиваль. Много людей, много камер. Я думаю, что здесь этот конкурс просто нет необходимости его проводить. А вы не видели, что сундец форте-форте мульт, что фестиваль форте маре, ам ренунцат ла această идея. Но я вам обещаю, подождите, не расстраивайтесь, я вам обещаю, что когда мы приедем в следующий раз, я надеюсь, что это будет скоро, когда у нас будет сольный концерт именно нашей группы, и немного тут людей, потому что сейчас еще впереди тоже будет выступать группа большая. И когда в следующий раз мы приедем, мы обязательно этот конкурс проведем. Поэтому, ребята, вы готовьтесь. Dar vă promit, и девчонки тоже. Vă promitem că atunci când o să venim data viitoare și o să fie concertul nostru, neapărat vom realiza acest concurs. Pregătiți-vă! Договорились? E bine? Окей, значит, сейчас мы поем просто песню, которая называется «Мальчик гей». Да. Și atunci, acum, melodie care se numește «Băiatul gay». Мальчик гей, будь со мной, фанаглей, от стыда не красней. Мальчик гей,
мешают, трудно слушать. Нет, не понимаю. Да, я знаю все твои секреты. Как ты терпишь твердые предметы? Все же знаю, это безнадежно. Но мечтаю, таю, 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 таю. Vă mulțumim foarte mult! Ну что, я слышала, что у вас здесь пока еще нет ротации песни «Простые движения». Am auzit că voi nu știți nimic despre melodia noastră care se numește «Мышкările simple». Не слышали ее еще? Ну? Ați auzit-o? Ну, она совсем скоро появится. Появится наш новый клип и наша новая песня. Ну что, я думаю, что сегодня именно специально для вас мы ее споем. Sper că în curând o să vă puteți bucura de această melodie și aici, la voi în România, la voi în țară. Acum vă prezentăm chiar pe această scenă, prima dată. Ну что? Ce spuneți? Sunteți de acord? Я думаю, что можно начать. Atunci, începem. Я продолжаю простые движения, ты продолжаешь мои продолжения. Я это ты, а ты это я, и я повторяю, я повторяю. Хочешь молчи, жди, что пройдет, а? Хочешь ключи, два оборота. Хочешь своя, хочешь чужая, хочешь как я, и я продолжаю. Продолжаем простые движения, мы продолжаем для продолжения. Не задавай эти вопросы, просто давай двигайся просто. Это любовь, скачут пружинки, завтра любой меньше снежинки. Надо успеть, не возражая, надо уметь жить, продолжая. Простые движения. Простые движения, жить продолжая. Простые движения, жить продолжая. Простые движения.
А что случилось? Ты за чего? А, ты что-то там? Не, Женя вон там. Куда вы все встали? Так, ну на самом деле я думаю, что пока можно рассказать чуть-чуть об этой песне. Вот на эту песню клип мы сняли, и там Юля занимается мастурбацией. Юль, переводи! Стоп, подожди. А где Ливия? Ливия! Что-то там такое происходит непонятное. Это легче с вами там было. Да, раз сейчас ощущаю. Юля, ты здесь? Нет микрофона? Юлёк, переводи. Я думаю, что что-то там, наверное, случилось у нас со звуком. Да и к тому же я так понимаю, что... Сантем ла чива кул сунету, ну пранца лечим чесла интимпля, не черем скузе. Это не по нашей вине, простите. Ну, есть вина настра. К сожалению, я вас хочу расстроить еще. Сегодня всю программу мы вам не доработаем. Maiam o veste proastă pentru voi, pentru toți. Ne pare rău, dar nu stăm astăzi o oră și jumate, cum a fost stabilit. Сегодня была задержка нашего выхода не по нашей вине. Nu din vina noastră, s-a întârziat un pic cu acest recital. Am început noi un pic mai târziu. А сейчас мы не можем задерживать другую группу. Юля. Мы обещаем, что когда мы приедем в следующий раз, мы споем вам всю нашу программу, все наши новые песни. А сейчас мы просим извинения, это не по нашей вине. Мы еще раз хотим извиниться. Și acum chiar vă cerem scuze, nu putem să stăm în timpul care trebuie să fie acordat celorlalți, dar vă promitem că atunci când o să venim cu concertul nostru, o să vă cântăm toate melodiile noastre și melodiile care apar acum și cu videoclipurile la care lucrăm. Мы хотим сказать вам, что мы вас очень любим. Nu putem intra peste timpul trupei următoare și vrem să știm, să știți că vă iubim, vă iubim foarte mult. Мы хотим пожелать вам успехов, удачи и огромной любви. Не грустите, простите, что так получилось. До новых встреч, до следующего раза. Vrem să vă urăm multă fericire, mult succes, dragoste în viață și sper că ne vom întâlni cât de curând. Мы думаем, что мы еще встретимся и не раз. Sper că ne vom întâlni de mai multe ori. Спасибо!